Пятый день подряд в России более 20 тысяч новых заболевших коронавирусом. Общее количество инфицированных превысило 1 миллион 800 тысяч. За сутки от COVID-19 скончались 368 человек. Это максимум после 6 ноября. По данным Федерального оперштаба, с начала пандемии жертвами вируса стали более 31 тысячи россиян. В Татарстане за последние 24 часа летальных исходов не зарегистрировано. За сутки коронавирус подтвердился у 56 жителей республики, четверо из них – челнинцы. В Набережных Челнах общее число заразившихся достигло 944, в Татарстане – 8930 человек.